Привет, привет, ребят. Привет. Так вот будем. Сегодня такие эксперименты будут, потому что YouTube как-то у нас так подшаливает, да? Еще сделали второй эфир на ВК, но ВК вообще не тянет. Я смотрю, она постоянно, что сеть нестабильная. ВК. Там почему-то тяжело идут эфиры, они прям действительно такие тяжелые. Но картинка ярче там. А здесь, может быть, лампу как-то по-другому. Дальше. Короче, не знаю. Привет. Расскажите про 15 сентября, какая нас ждет программа. 15 сентября – это марафон для ребят онкобольных, да? Это, конечно же, ребят, чтобы сразу же было понимание, то есть я не врач. И это будет не какая-то программа такая, что вы пришли и 100% стали максимально здоровыми. То есть там мы будем разговаривать с вами о ковырять мозги, я бы, наверное, так сказала, да? Ковырять мозги и влезать туда, что вы видите в этом мире, как вы его воспринимаете. Почему для вас это все так важно? Почему вы себя находите в болезни? Давайте вот так вот, наверное, сделаем, может быть. Почему вы себя находите в болезни? Почему вы себя находите в жалости, в ненужности? Мы с вами поговорим на этом марафоне о камнях. Ну и, конечно же, я попросила своих ребят, которых я люблю. Они мастера в разных сферах. И я их попросила, чтобы они там по одному, по два эфира тоже провели, потому что, ну, вы понимаете, 40 дней каждый день, это будет все в записи. И они, конечно же, с огромным удовольствием откликнулись и будут тоже присутствовать. Это, кто знает, это будет Ирина. Вот у нее такой подход любви. Тоже послушайте, кто не слышал. Это будет Алексей. У него, я его регалии не смогу перечислить. Очень много. Он лечит в том числе и удаленно. Это иголки, рефлектотерапия, иглотерапия, мануальная терапия, то есть все, что связано с физикой и через физику на внутреннее состояние. Вот. Конечно же, это будет ароматерапия обязательно. Вот. По ароматерапии я тоже приглашу девочку, которая занимается уже очень-очень давно. В общем, там буду не только я, ребят, то есть я не только я свою точку зрения, так сказать, буду озвучивать, да. Там будет с разных позиций, и каждый найдет то, что ему по душе, что ему по сердцу. Вот. И, возможно, это вас продвинет к тому состоянию, к состоянию начать жить. К состоянию, что нет ничего невозможного. А это, ребят, действительно так. Нет ничего невозможного. Ну вот прям от слова совсем. И это настолько проявление вот в каждом моменте, в каждой мелочи, что иногда кажется, что ну как это в мелочи, как это вот это вот все на поверхности. Нет, давайте мы сейчас покопаем, давайте мы сейчас уйдем во что-то такое, потому что все так просто, как это так просто? Так просто это не бывает.
Очень часто я слышу такое. Бывает. И этот момент мы тоже будем проговаривать. Так, привет. Так, ой, Светланка, добрый вечер. Рад тебя видеть. Буду слушать что-то хорошее, наверное, есть у тебя. Привет, Слава, привет. Расскажите про знаки внимания девушек. Про знаки внимания девушек, наверное, немножко не поняла. Да, мало зависает ютубчик. Ребят, ютубчик так и будет зависать. Он будет зависать до того момента. Сейчас можно я какие-нибудь очочки возьму. Потому что у меня тут два этих и немножечко отсвечивает. Какие-нибудь оденем. Наверное, вот эти. Чтобы нам с вами не отсвечивало, я вот так вот буду, как училка. YouTube, ребят, на если подталкивает нас всех к VPN, все-таки, да, с VPN он идет стабильно, очень хорошо. Вот, есть много бесплатных VPN-ов, но я не посоветую, не порекомендую, потому что у меня сейчас на сегодняшний день платный, потому что вот, чтобы он совсем не тормозил, чтобы вам было приятнее смотреть, поэтому я все-таки взяла платный. И у меня не тормозит. Вот. Поэтому, если кто-то хочет... Жор, ну ты что уже совсем зашел? Ну. Видно вам? Да. Вот, поэтому смотрите... Возможно, тоже подключите. Светлана, как тебе идет слайд? Спасибо. Я в Канаде, и работает ютубчик просто супер. Видно и звук изумительный. Да-да-да, поэтому я и говорю, что через VPN он работает отлично. Видно, слышно хорошо. Ставим лайк, кому не жалко. Все поставили VPN. Так, да, ставьте лайк, ребят. Тиша! Боря опять конфеты ворует. Я сейчас вам Борю покажу. У нас новый член семьи. Вон он, конфеты ворует. Забери у него конфету и дай мне его, я покажу ребятам. Ну, вон, на нижней полке стола. Конфету у него забрал. Вот, ребят, смотрите. Вот, это у нас Борис. Борис Светланович. Такой вот он. Он у нас, у него огромная клетка двухэтажная. Но он у нас в клетке практически не сидит. Вот, мы его отпускаем, он у нас далеко не убегает. Но у нас там есть закрытая... В железной коробочке закрытые конфеты с осадки, они у нас уже, ну, там стоят, я не знаю сколько, очень-очень долго, вот, и он научился ее открывать, надо, наверное, их выбросить, потому что их никто не ест, ну, видимо, кроме Бориса никто не ест, да, Боречка, кроме тебя никто не ест, все, она его-то со стола тут решит спрыгнуть, все, аккуратно. Вот. Да, ребятки, задавайте вопросы. Но я смотрю, что у нас вот ВК вообще не идет. Видимо, так и будем на любимом ютубчике.
Вот. А еще я вам хотела, знаете, про что рассказать? Сейчас я вам расскажу. У меня тут целые талмуды. Рассказать и показать, пока вы собираете вопросы. Смотрите. Так. Ну, я вот здесь вот единственную кисточку не буду снимать, потому что они у меня завтра отправятся к хозяйке. В ВК нужна хорошая скорость интернета. Возможно, но я больше, чем есть интернет, я не поставлю. У нас вот стоит по максимуму. Но все города вот эти вот, которые неровная поверхность, я вам скажу, что у нас везде где-нибудь, что-нибудь с интернетом не так. Вот. А мы, я еще прямо около самого моря. И получается, у нас здесь вот все в горах, и поэтому вот интернет, который есть по максимуму, такой он и есть. Я бы вам хотела еще рассказать вот о таком камушке. Вы все знаете мою страсть к камням. Вот. Это сиреневый, либо еще называют его лавандовый кварц. И вы, наверное, кто смотрел... Кто смотрит YouTube, видели, что в этот раз на Байкале, в том году на Алтае, а в этом году на Байкале к нам приезжала Олечка, музыкант, она на скрипке играет, но она не играет, она, наверное, живет, проживает каждую композицию, она проживает на этой скрипке, проживает не только она, проживает все вокруг. Вот, и я сделала ей вот такие вот из лавандового кварца четки. Вот, четки, естественно, у меня все не религиозные. В четки я не закладываю ничего такого, чтобы там вот эти четки там тебе дадут это. Только на раскрытие. Вот. И что такое лавандовый кварц? Лавандовый кварц, здесь вот такой вот золотой ключик, видите, музыкальный ключ. Вот. Кисточка, она просто в пакетике, чтобы его перевозить, она такая пышненькая, красивенькая. Вот. А лавандовый кварц — это про расслабление, то есть когда она же не просто играет, она когда она играет, это просто целое прожитие, проживание того космоса, что заложено в композиции. То есть смотрите, что такое музыка. И мы с ребятами говорили, по-моему, в закрытом клубе про это говорили. А музыка — это та вибрация, то есть это тот человек, который создал музыку, он ее прожил. И потом все, кто ее слушают, вот этой вибрации у каждого, то, что выходит наружу, вот эта красота, это боль, это страдание, это радость, это всепоглощение. И вот это все входит туда. И когда человек начинает играть эту композицию какую-либо, он начинает играть весь вот этот пул людских страстей, людского жизненного проживания. И когда ты слушаешь музыку, особенно классическая музыка, то ты начинаешь проживать даже то, что ты думал, что в тебе этого нет. Пока ты не осознаешь, что ты есть весь этот мир, ты иногда просто поражаешься, думаешь, а как это? Как это происходит? Как это, что начинаешь слушать, и в тебе начинают звенеть те нотки, о которых ты даже не подразумевал, о которых ты даже не знал, что у тебя это есть. И это такое великолепие. И вот когда она играет на скрипке, это просто такой разрыв шаблона своего. Это просто, знаете, это даже не эмоционально, а ты чувствуешь каждой клеточкой, что твое тело, оно его как будто расширяет. Физику прям разрывает. И почему лавандовый кварц? Потому что лавандовый кварц — это расслабление через
через сердце, через сосудистую систему. Сосудистая система у нас запускает лимфатическую систему. Лимфатическая система, она у нас вычищает кровь. Когда у нас вычищается кровь, то мы воспринимаем вибрацию извне с другой частотой, с другой полнотой, с другой глубиной. Вот. И именно поэтому это вот этот лавандовый кварц, который в том числе запускает вот это вот очищение на всех уровнях. Вот. Но про камни я могу рассказывать много, и я вам буду рассказывать, вот, потому что я сейчас буду делать ребятам, но мне тут тоже написали ребят сразу же, кто будет смотреть, мне написали, а сделайте мне. Я не делаю игрушки, я делаю под человека, какой человек, то есть это усиление его сути, его мощи. И чтобы мне сделать под него, это либо я должна знать человека, либо это должна быть консультация полноценная, либо это должна, мы должны хотя бы минут 10-15 пообщаться, чтобы я понимала, что, какие нотки в нем играют, какой камень, какой аромат. То есть каждая кисточка, она будет пропитана своим ароматом. Вот. Каждый талисманчик будет под каждого человека индивидуально сделан. Вот. И даже здесь, смотрите, есть такая вот тоже лавандовая бусина, в которой лавандовый, как они... блески или как еще, как их назвать, даже не знаю. То есть это собирается именно под человека. И когда ты видишь этого человека, оно, знаете, оно моментально складывается. Потому что вот эта вот красота каждой души, она, ее же можно раскрыть хоть через что. Но просто кристаллическая решетка, она настолько... Она настолько, кристаллическая решетка камня настолько гармонично складывается в какой-то эпизод человеческой жизни, что это идет такое дополнение на раскрытие. И за этим очень-очень интересно наблюдать. Очень интересно наблюдать, когда, например, человек стоит, и у него какие-нибудь украшения из камней. Они могут быть настолько красивыми, но это могут быть настолько не его камни, не в том, что не его, но на данный период жизни они могут прям его, например, закрывать, очень мощные камни, и человек не может через вот этот вот барьер вылезти, показать себя. Либо человек настолько большой, что камни здесь как будто как отработали свое, и они не актуальны. Либо бывает так, что камни показывают одно, раскрывают одно, а человек идет в другую сторону. И идет вот это вот несовпадение, и они как будто как на ниточке связаны. Вроде бы путь свободен спереди, а уйти друг от друга не могут. И вот стоит только камни снять, стоит только дать камушкам отдохнуть и дождаться своего момента, и у человека начинается легкость в его пути. И очень часто люди прям это чувствуют, но свою интуицию все время куда-нибудь на потом. Почему так происходит? Потому что смотришь в зеркало и начинаешь любоваться этим камнем. Думаешь, ну боже мой, ну как красиво, но он не может ничего мне такого. Он не может меня затормозить, он не может меня перекрыть, он не может там еще что-то сделать. Но это же такая красота, это же такое величие. А может. И я себе делала четки из камней, я собрала, я вам уже, по-моему, рассказывала, я собрала 4 камня, это тигровый глаз, это бычий глаз, а бычий глаз — это обработанный огнем тигровый глаз, вот, и у него немножечко другой, более темный такой цвет, и он называется поэтому бычий глаз. Потом соколиный глаз — орлиный глаз его еще называют.
и кошачий глаз. Вот эти четыре глаза я собрала в четках из 108 бусин. Неимоверно красивые, и я прям понимала, что это глаза, то есть тигровый глаз — это материя. Это прям явно проявленная материя в этом мире. Бычий глаз — это как видение из преисподней, то есть от тебя вообще ничего не спрячется. Ты это все видишь. Орлиный глаз — ты можешь свысока смотреть на те вещи, которые ниже, то есть ты их не занижаешь, что мне это уже не интересно, а ты и их берешь во внимание. Вот. И кошачий глаз — это тесная связь с потусторонним миром. То есть не с загробным, а с потусторонним, другое. И вот я это сделала, эти четкие, они просто великолепны, настолько красивые, но я понимаю, что для меня сейчас это вот прям не туда, вот прямо не мое. Я понимаю, что они настолько материально сильные и могущественные, что я их сейчас вот со своим вот этой вот воздушностью какой-то, бла-бла-бла, там я их не вытяну. Они для меня очень мощные. И я их с огромным удовольствием выслала другому человеку, мужчине, которому, как мне, показалось, что они будут ему прям вообще клёво. То есть он такой вот, он жесткий очень такой материалист, он видит каждую мелочь, но ему все время не хватает какого-то вот такого, как какой-то крупинки. Вот. И я так думаю, что он, сидя, пролистывая их, он все эти крупинки расчистит на своем пути и пойдет дальше. Да, такое тоже бывает. Так. Ой, спасибо большое. Тиханный аналитик. Светлана, а мне очень нравится янтарь. Скажите, пожалуйста, пару слов про этот камень. Янтарь. Но янтарь — это вообще не камень, его вообще официально вывели из минералов. Это же смола. Смола вековая, давайте так скажем. И янтарь, наверное, это, я бы сказала, такая мудрость ожидания. Вот у нее может быть такая ассоциация, когда... Представьте себе океан, огромные камни. Этот океан омывает эти камни, и на камнях сидит какая-либо прекрасная дева. Сидит прекрасная дева с огромной женской мудростью. И не размениваясь ни на что, выжидает свое величие. Вот это вот про янтарь. Да, ребятки, давайте еще какие-нибудь вопросы задавайте. Да, но я смотрю, у нас многие не смогли выйти в эфир, да, все-таки. Мало нас сегодня. Ну, я думаю, что приспособимся. Спасибо, Олечка. Сейчас я гляну, тут у нас ничего не написано. Не знаю, слышно вам или нет, у нас там Жора храпит. Старичок мой. Так, ребят, ну давайте сразу же тогда, Светлана, можно в двух словах про ретрит осенью в Сочи. Виктория. Ретрит в Сочи. Ретрит в Сочи опять у нас, конечно же, будут поболтушки, но Сочи, ребят,
Сочи — это всегда очищение. То есть у нас есть различные места силы. Есть места силы раскрытия, есть места силы наполнения, есть места силы, которые просто взрывают, да, твой мозг. А Сочи — это всегда нежная энергия, это всегда вычищение. То есть с каким бы вы грузом ни приехали, с какой бы нерешимой ситуацией, с какими бы трудностями, касаемо душевных состояний, физических каких-то состояний, все, что связано вот с какой-то тяжестью, с тем, что вот не можете куда-то там дальше пройти, что-то вот мешает, а разобраться не можете, что мешает, как мешает, куда идти. Вроде бы все знаешь, но что-то вот есть какой-то груз. А Сочи, он как бы, он как омывает. Вот здесь вот такая, здесь сам климат, он очень нежный, он очень влажный. Сами места здесь же куда ни ступай, здесь везде подводные, подземные воды. То есть он получается, если вы даже посмотрите по картам, вот очень часто бывает, мне ребята высылают, там я уже так, мне столько раз высылали, что я уже очень часто смотрю. Например, можете смотреть на карте, да, где показано, как ветер. Там синим, красным, желтым, и вы будете все время видеть, что Сочи как пятачок всегда, его все время все обходит. Вот. И если у вас есть то, что вы хотели бы поменять, вот какую-то вот эту вот легкость, вот это, знаете, как сходить после тяжелой работы в душ, да? Это Сочи. Да, там, конечно же, будут такие энергии. Но и, безусловно, там будет то, что не было ни на одном ретрите. То есть не бывает не бывает ни одного ретрита похожего. То есть у меня же нет заготовок. И всегда группа, и ребята, которые ездят не первый раз, они уже это абсолютно точно знают, что группа всегда собирается, и они говорят, как так, ну что за удивление. Как раз сегодня мы в чате в Байкальском, нас Владимир написал, он говорит, я ничего не понимаю, он говорит, ну почему все время так группа подбирается, что, говорит, вот как так, что, говорит, из разных городов, из разных стран приехали, съехались люди в одно место, и настолько дополняющие друг друга. Ну как такое может быть? Ну такого же не бывает, что вот прям вот так вот бывает. И в этот раз будет именно та группа, когда вы будете друг через друга опыляться, друг через друга осознавать себя. И это такое великолепие. Ну и, конечно же, мы сделаем... Мы очень много были всегда в помещении. И у нас сейчас появилась такая возможность делать. И ребята, некоторые приезжают в Сочи, говорят, ну вот уже приехали, вот уже вот вырвались, хочется еще продолжения. И у нас есть такая возможность делать сейчас продолжение, как бы перезагрузку. После ретрита мы едем, как правило, на Красную Поляну, и там уже мы не в помещении сидим, а ходим куда-нибудь. То есть у нас такие вылазки, как перезагрузка, когда вы уже наполнились ретритом. И нужно еще, вот, чтобы не уезжать домой, чтобы вас не выстегнуло, не, как вакуумом, знаете, в этот, в обычный мир из своего вот этого райского гнездышка, чтобы вас не выстало, чтобы вы привыкли в новом состоянии жить. То вот это вот еще перезагрузка на Красной Поляне, это мой какой-нибудь маршрут, галочка все время выискивает. Вот, и мы дальше продолжаем еще 3 дня. Но если кто-то не может на ретрит, а хочет только на перезагрузку, только ему интересны там горы и куда-нибудь сходить в нашей компании, то можно и это сделать. Куда и как это будет, я пока не знаю. Это все, я думаю, что в ближайшие 2 недели уже будет понятно, и через администраторов это можно узнать. Я просто никогда не знаю, куда и как. Я
потому что я все равно ничего не запомню, они мне даже ничего не говорят, мне просто говорят, завтра туда. Я говорю, хорошо. И мы куда-нибудь едем. Вот. Конечно же, будут практики. Конечно же, будут практики. Конечно же, будет и электрогитара там у нас будет в сочинском. Да, нам ее очень сложно возить в перелетах. Достаточно проблематично ее в ручной клади перевозить, а в багаже ее нельзя перевозить. Вот. А там еще помимо ручной клади, там еще все эти усилители, усилитель 20 килограмм веса, вот поэтому очень сложно. А в Сочи, так как здесь недалеко, то, конечно же, будет много инструментов. Во-первых, там будет практика с двумя бубнами, потому что свой бубен я тоже не могу возить, его нельзя точно так же, как багаж, вот, потому что он достаточно нежный, а в ручную кладь он не помещается. У меня очень большой бубен, мне его делали алтайские шаманы на заказ, причем они его, знаете как, они его сделали, они его сделали очень большим, и они не понимали, для кого он. И к ним, когда приходили, говорили вроде как, о, какой классный, вроде как мне, они говорят, нет, не для тебя. Вот. И наш общий знакомый приехал, они говорят, слушай, говорит, у тебя есть человек, которому нужен бубен? Говорит, вот для него мы сделали бубен. Если есть там какие-то, я бы посмотрела, какие есть бубен. Вот у нас есть небольшой, балийский. И он говорит, он такой еще удивился, говорит, откуда, говорит, знаете? Он говорит, не знаю, вот он стоял, ждал, видимо, меня. Но его никуда перевозить, мы только в Сочи его возим. Вот Сочи, Красная Поляна, потому что он действительно большой, и он, у него даже чехол сделан не просто лямка, а как этот, рюкзаком, потому что он действительно большой. Его одеваешь, а знаете, как это, как ниндзя, черепашка такой. Вот, поэтому, конечно же, там будет два бубна, варган, без него никуда. Ну и, конечно же, будет несколько гитар. То есть там будет прям такое различные практики с музыкальными инструментами, чтобы прям унос и разнос был полный. Поэтому приезжайте, конечно же, не пожалеете. Свет, подсвети, что такое зависть. Это неуверенность в себе. Это, я бы даже сказала, что это не неуверенность в себе, это обесценивание себя. Вот смотрите, что такое зависть. Я завидую кому-то, что у него есть, а у меня нет. У меня этого нет. Почему? Потому что я себе это позволить не могу. Я себе сказал или сказала, что я этого недостойна. То есть вот у него есть машина там такая-то, как какой-нибудь марки крутой, а у меня только велосипед, да? И вот я ему завидую, что у него есть машина. Но мне-то никто ведь не запретил иметь машину. Все же есть и у меня, абсолютно все. Но я себе по каким-то причинам на подкорочке сказала, что я и без машины справлюсь, мне и так хорошо, я столько не зарабатываю на эту машину, то есть я себе не позволяю не зарабатывать, я себе не позволяю иметь эту машину, я себе не позволяю иметь парковочное место для этой машины, я себе не позволяю много чего для этой машины, поэтому эту машину я себе не позволяю, а могу только завидовать где-то вот там вот молча. Обесценивание себя. Зависть — это обесценивание себя. Я недостоин этого. А вот он себе позволил. И вот это вот зажигание, это же зажигание себя. То есть я себе мало того, что не позволил это, так я еще и себя за это корю, не понимая, что я себя же не ругаю. А это такая, знаете, замаскированная ругань. Когда я не говорю себе, что ж ты не там, Света, чего ж ты такая вот не позволила себе? Вот и давай разберись себе, позволь. А она такая завуалированная, вроде как,
Ой, нет, мне вот этого не надо, а вот он, и еще же зависть, она как проявляется? Не просто, что у него это есть, а все время принижение. То есть, ну вот я работаю в два раза больше, а у меня нет. А он или она там вообще ничего не делает, там от папы, от бабушки, от оладушки какие-нибудь там достались 3 копейки, и он кутит, этот человек. И ты думаешь, блин, ну как так бывает? Ну это же несправедливость. И оно все идет вот в один вот этот вот комок, когда ты начинаешь ответственность перекладывать себя на другого, на любого другого. Это может быть просто ты перекладываешь ответственность на Вселенную. Мне Вселенная не дала. Вот я там уже и маткой душу, и попой расширяюсь, и все делаю, а мне не дает Вселенная. Ну как так быть? А вот этому вот или вот этой вот, там, вот все дается, вот как оно так бывает. И ты начинаешь, опять же, перекладывание эмоций, то есть ты себе не позволяешь это сделать, себя за это ругать не можешь, а как бы начинаешь это перекладывать, что я такой хороший, а вот он, вот ему дано, вот кто-то ему дал, вот мне кто-то не дал, у меня обстоятельства так сложились, у меня вот мир так на меня посмотрел, у меня вот такие вот, я вырос в такой семье, у меня вот это, то есть начинаешь все, каждую занозинку вытаскивать, говоря себе, что это не я, я-то вот работаю, не покладая рук, и у меня все равно это не будет, а это вот, вот это, обстоятельства, мир, страна, правительство, да хоть что, начинаешь где-то искать там, чтобы еще здесь быть не виноват, то есть себя принизил, но чтобы не ковыряться в себе, почему ты себя принизил, фокус внимания раз и на другого, на любого другого. И перекинул. Потому что если разобраться, то зависти не бывает. Ты это не сделал, у тебя этого нет, и ты начинаешь ковырять, почему у тебя этого нет. И ты можешь очень часто доковыряться до того, что ты этого не хочешь. Но социум тебе навязал, что это должно быть, это вот по твоему уровню, по твоему статусу, потому что вот это как бы нужно. И ты начинаешь себя гнобить, а у тебя это не получается, потому что внутри, в душе тебе это нахер не надо. Вообще это не твое. Но ты до туда докопаться не можешь, потому что социально вот это вот прессинг, он тебе просто не дает вздохнуть, чтобы ты пришел к себе и почувствовал, что это вообще не мое, это вообще не для меня, это вообще мне не нужно. И уходя туда в зависть, ты будешь раскрывать себя. А тебе оно надо раскрывать себя? Ты столько лет себя лепил, ты столько лет себя узнавал, сколько там, 30, 40, 50, неважно. И тут такой раз, а оказывается, это не я, а оказывается, это не мои желания, а оказывается, мне вообще, я вообще с огромным удовольствием могу просто за него порадоваться, потому что он отразил меня, и за счет этого отражения я пошел в себя. Это же так прекрасно. Но можешь ли ты это сделать? И чтобы ты себя не узнавал, потому что как тебе с новым собой жить? Все по новой? Это же тяжело. Тогда лучше я вот так вот завуалирую. А, Светочка, объясни, пожалуйста, принцип влияния камня на человека. Каким образом они воздействуют и влияют на нас? А, смотрите, у камней есть кристаллическая решетка. И вы все знаете, у них есть твердость по шкале, у них есть масса того, что есть в человеке изначально, в человеке истинном. И мы с вами уже говорили, я вам еще раз повторюсь о том, что это сейчас человек, не так давно он приобрел скелет. Скелет — это самая ломка, что есть в этом мире. Это палка, вот руки, вот там ноги, да, и все. Но эту же палку, вот позвоночник, ее же легко сломать. Руки, вот эти вот ручоночки легко сломать, ноги легко сломать. Это самое такое,
самое хрупкое сейчас, что есть в этом мире. А изначально у человека был каркас, как кристаллическая решетка. Не вот этот вот скелет, а именно как кристаллическая решетка. И за счет того, что вот представляете, одна косточка, да, либо все вот здесь вот под кожей кристаллической решеткой сделано. Сломать можно, да невозможно. Это как крылья у птиц. А крылья у птиц, почему птица порхает? Потому что если посмотреть крылья, то она получается тоже как кристаллическая. У нее много-много-много вот этих вот косточек. И они получают за счет того, что их много, они получаются воздушными. И она порхает. И она вот эти вот крылышки носит вот таких вот, на некоторых смотришь, прям достаточно крупные тельца. Вот. И когда у нас у людей была вот эта кристаллическая решетка, люди были как люди, мы. Мы были как, знаете, про кошек говорят, это не кошка, это вода, которая в любую банку, вот она скрутится, да, и сядет, и ей там будет удобно. И вот человек точно так же, он мог тоже вот так вот в какую-нибудь там щелочку еще что-то проскользнуть, промелькнуть, не ломая костей. То есть он был очень-очень гибкий. Вот. И у нас человек, земля, все, что есть на этой земле, мы плюс-минус все одинаковые. Просто с эволюцией мы очень много поменяли во всем, не только в своем восприятии, но и в своем физическом теле. Вот. И камни, они именно той кристаллической решетки, той кристаллической решеткой, в которой были изначально тела людей. И я вам скажу больше, что растение, если вы посмотрите на листик, у нее точно так же листик, он точно так же там вот много-много-много-много вот этих вот перепоночек. Вот. И очень часто, наверное, у каждого было, что вот бывает там хочется с деревом обняться, и вы дерево обнимаете и чувствуете вот эту вот мощь. Думаете, блин, ну как так бывает? Вот вроде дерево, раньше бы не замечал, думаю, что я ненормальный становлюсь или еще какой-то. Но вот это вот мощь какая. Потому что дерево, оно тоже состоит из всего того, из чего состоите и вы. И сейчас есть официальные исследования, когда у человека берут каплю, ее относят в другую комнату, и человеку, например, там ставят комедию. И капля начинает там, у нее начинает там происходить какая-то определенная химическая реакция. Потом человеку ставят, например, какую-нибудь драму, ему тяжело, больно, он плачет. И кровь в другой комнате, уже отделенная вроде бы от человека, тоже начинает происходить там абсолютно другая химическая реакция. Это говорит о том, что мы не можем быть разлучены ни сами с собой, ни со всем миром. Это то же самое, что, например, дерево, которое, например, стоит здесь, стоит через улицу в другом городе, либо на другом континенте, у них корневая система единая. У них единая корневая система. И если дереву не хватает влаги либо кислорода, то его подпитывают его сородичи. Ну, некоторые, конечно, мне скажут, там, а как же деревья тогда умирают, там еще что-то, но это другой вопрос, это я вам просто сейчас говорю, как это работает. Вот, и на сегодняшний день как влияет же не только камни, и дерево, деревянные есть четки, деревянные есть бусы, браслеты, какие-то поделки, деревянные кровати, еще что-то. Это все тоже энергетический посыл. Просто я сейчас увлекаюсь камнями, поэтому про камни я немножко узнаю больше. И вот у них как раз эта вот кристаллическая решетка камня, она та же самая, как кристаллическая решетка человека. Хотя у нас сейчас каркас другой, то есть у нас сейчас скелет другой, но память-то никуда не делась. Это, опять же, приведу вам исследование. Когда у человека, например, по каким-то причинам нет руки или ноги, и бывает, например, к перемене погоды у него начинает болеть то, что у него нет.
Или там у листочка обрезали, у растения обрезали листочек, и потом смотрят под определенным светом, а листочек продолжает быть фантом листочка. Вот. И эта кристаллическая решетка, которая есть в камнях, она также и осталась у нас в нашем человеческом теле, которым это фантомная решетка. И когда идет соединение, когда на данный момент камень подходит к человеку, идет соединение на физическом плане фантомной решетки человека с истинной решеткой вот этой вот кристаллической камня. И они при соприкосновении дают огромную мощь. Это невозможно увидеть, если разрезать человека, но под определенным светом ученые это все равно видят. Просто не очень это рассказывать любят, потому что это затратное дело, затратное, энергозатратное, во временном аспекте затратное донести до человека то, что есть на самом деле. Проще ему просто добавлять в инструкцию то, что уже сделали. Потому что когда мы говорим, что, например, сердце — это не клапан, а он не сердце работает, а оно работает за счет кровотока, это волновой кровоток, то это человеку практически... Но очень сложно доказать, потому что это же мышцы, это клапан, он начнет там, это же то, это пятое, это десятое, это с одной стороны. Что такое? Почему? Свинтил. Ну, ложи. Потом расскажу. Потом. Вот, поэтому, когда идет вот это вот соединение, и, кстати, про сердце я ребятам тоже на ретрите рассказывала, вот, и, может быть, еще в закрытом клубе еще, возможно, потом нарисую, чтобы было прям совсем понятно. Вот, поэтому очень много про наше тело мы не знаем, но очень много чувствуем, но эти чувствования, опять же, убираем их на задний план, не можем себе объяснить, и нам проще от них вообще отделаться, как бы отбрыкнуться. Так, скажите, пожалуйста, мне приходит как воспоминание много информации про себя, про прошлые воплощения, про других. А откуда это все, я не знаю. Можете сказать что-нибудь? Именно как воспоминание. Ну, так вы же сами сказали, это воспоминание. Вспоминайте. Ребят, ну уже все же знают, да, что мы-то не умираем, просто по определенным причинам наше тело изнашивается, давайте так это назовем. Это уже давно, давно об этом говорят, давно это много книг пишут. Вот, и поэтому вы просто вспоминаете себя. Но это, если проще говорить, что если вы, например, ну, сегодня, вот, например, я вот в платье, да, а завтра я буду в брюках. Это же не значит, что я себя, если я надела брюки, это же не значит, что я себя не вспомню вчерашнюю в платье. И здесь то же самое. Просто нам настолько сказали, что это все неправда, что память автоматически блокируется. Знаете, у нас есть такая функция, функция мозга, и она в определенных моментах очень даже помогает нам. И это очень часто срабатывает у детишек. Когда им что-то не нравится, то их память блокирует это воспоминание, чтобы он мог дальше получать свой опыт. И когда мы начинаем вот это вот ковырять уже во взрослом возрасте, то начинают вылазить вот эти вот воспоминания. И здесь то же самое, просто насколько далеко вы пойдете в воспоминания. Вы пойдете в воспоминания, то, что у вас было месяц назад, год назад, 10 лет назад или 1000 лет назад. Вот и все. Потому что у меня дети, например, до определенного возраста, они помнили, кем они были в прошлой жизни. То есть вот у меня младший сын, он рассказывал вообще, кем он был и как его убили. Это было полтора года.
Причем он рассказывал то, что ему в этом мире еще никто не говорил вообще, что такое бывает, что бывают такие ружья, что бывает вот это или вот это. Он еще этого в полтора года, естественно, не знал, там максимум что там ладушки читали, да. Вот, естественно, никакие там ни про какие сражения по поле битвы, там какие есть оружие, про это ему никто ничего не рассказывал, и никаких картинок. У нас не было ни одной книжки с такими картинками. Вот, поэтому, да, это ваши воспоминания, вспоминайте. Я из Сочи, приедини случайно. Вот это да, подскажите, а какие даты будет ретрит? А, ретрит будет, по-моему, с 18 по 22 октября. Но все контакты под видео, там есть сайт, есть топлинк, и там точная-точная информация. Так, какой камень больше подойдет для открытия познания себя? Смотря как, кто ты такой, какой тебе камень подойдет. Нет такого, ребят. Мы можем с вами, как, знаете, как гороскопы. Вот рак вот это, козерог вот это, водолей вот это, и всех под одну гребенку. И там 50 на 50, 50% подошло, 50% не подошло. Он такой, о, правда. И здесь точно так же. Можно сказать про камни, что вот этот камень вот это, вот этот камень вот это. Но он тебя не раскроет. А, например, тебя раскроет вот этот камень, потому что в каждом камне это такая мощь, и тут нельзя сказать про один камень, что один камень раскроет. Тут нужно смотреть, а какой ты, а кто ты, а какой тебе цвет камня нужен. То есть здесь же не просто камень, не просто название камня, здесь еще имеет значение поляризация камня, здесь имеет значение цвет камня. И очень много сейчас есть, и это здорово. Есть натуральные камни, но натуральные камни, они кладутся в определенный раствор, натурально выращенные камни, натурально собранные камни, в определенные растворы, они, камень, он же живой, он прямо живой, он прям дышащий, и даже вы можете посмотреть, есть даже фильмы тоже на ютубе, где рассказывают, какие камни как размножаются, то есть они растут, до определенного момента отваливаются, этот камень потом дальше растет и отваливается. То есть они очень живые. И когда их кладут в определенный раствор, он может менять цвет. Но кристаллическая решетка-то остается той же самой, но этот цвет, он идет на расширение другого спектра. Потому что у нас с вами даже кровь, она имеет свою она такая, жидкая, густая, вязкая, невязкая, она имеет свой цвет, она имеет свой свет. И точно так же у камня, то есть может один и тот же класс кварца разного цвета для каждого человека нести разное раскрытие потенциала. Да, вот спасибо, пишет. Ретрит в Сочи с 18 по 22 октября. Виктор, вот не мучайте себя, уйдите с эфира. Ну что ж такое-то? Что ж у нас столько людей-то, которые вот прямо так любят себе больно-то сделать? Ну сделай мне больно. И смотришь, что не нравится, и все равно буду смотреть. Буду смотреть и писать, и писать. Писатель-то вы наш, Виктор. Благодарю. Остров Пасхи, там размножаются камни, передвигаются. Да, не только там, очень много мест. Угу. Так, ну что, ребятки, будем тогда с вами сегодня закругляться. Я вас всех благодарю за вопросы. И, конечно же, присоединяйтесь к марафону. Вся информация под видео. И
жду на ретрит и жду на эфиры. Пишите свои вопросы. Каждый вопрос очень интересен. Все, всех обняла. Спасибо большое.